Итак, мы отправились к выжигателю мозгу. К выжигателю мозгов. И вот, и, собственно, идем сейчас вперед к нему, избавляться от него, выключать, чтобы можно было спокойно пройти на Припять. И по дороге избавляемся от всех. От всех петушков, которые нам будут мешать это делать. Сразу же нам сколько монолитовцев встречают. Так, здесь радиация что-то, ого-го, как шкалит. Мне это не особо нравится. Так, где у нас тут вот эта штука? Вот эту штуку надо сразу выпить. Откуда вы здесь стреляете? Покажитесь. Вообще вас не вижу. Так, на тебя вот. Ну, неплохо так. Неплохая у вас броня, я вам скажу. Неужели? Так, смотрим. Ну вот это все забираем нам. Это очень сильно пригодится. Так, ну не ты. Ты не пригодишься. Так, стоп. Вот это вот обязательно. И погнали дальше. Ладно, здесь хоть не фолч. Здесь сохраняться в любой момент можно. Так, а это кто у нас? ВЛА. Ну, повреждений не намного больше, так что, ладно. Зато патронов не требуется. А мне там патронов очень много искать надо. Так, ты кто? Понял. Не нужно лишних слов. Просто иду дальше. Так, там, по-моему, кто-то есть. Так, ты у нас враг. Все, умирай. По-моему, это снайперка, да? Снайпер там. Очень плохой снайпер. А вот тот снайпер получше. Надо его найти, только вычислить еще. По-моему, вот, да. Не знаю, убил я его, не убил, но тут еще ко мне идут гости, так что нужно приготовиться их встречать. Мужик, прикрой его. Почему ты не прикрыл его, мужик? Он же тебя просил, блядь. Пиздец, он же тебя просил. Заебали, какие они здесь живучие. Так, Эль, блядь. Ничего интересного. Что у нас здесь? Тут тоже у нас ничего интересного. Давай, уходи здесь. Говной воняет. Здесь что, на каждом шагу радиация, что ли, адовая? Ну да, неспроста я себе взял его. Взял эти артефакты на понижение радиации. Очень помогают. Кста. Еще один снайпер. Я сам снайпер. Ты шо, блядь, больной, шо ли? Блять, что надо же было ему подойти сюда, чтобы так, блядь, меня напугать. Блять, черт. Ебуный, блядь.
Был бы ты, блядь, человеком, нахуй. Ух, блядь, бесит меня. Так, здесь еще один враг. Как мне тут обойти, блядь? Ладно, вот там обойду. Ух, блядь, от стресса еще не отошел. Очень неожиданно и, блядь, неприятно было. Так, все, по карте вижу, где они тут тусуются. Где-то здесь. Тоже, блядь, любитель, блядь, вплотную подойти и напугать. Так, еще один. Ползет. Ну давай уж, ползи сюда. Так, значит, вас здесь двое, да, еще? Ну шо вы в догонялки, блядь, играете? Охренеть, целую, блядь, обойму. Чтоб сдох. Мне бы так жить. Вот зашкерился, да? На где тебя теперь искать? Монолитов ведь, блядь, ебуный. А я и не сохранился, да? Ну шо ж, я дойду до того места и... Дойду, короче, до того места и, короче, вас подключу обратно. Итак, я вот на том самом месте, где там черт и сидит. Сейчас мы его как-нибудь попытаемся аккуратненько снести. Все, получилось. Теперь больше такой засады у нас не будет. Вот это вот маленькая только, если засадочка. А так ничего страшного. Сколько же вас тут? Так, двое, да? Ну ничего, сейчас я сама, с вас со всех спрошу, блядь. Все отлично. Тупо отлично. Так, надеюсь, больше мы сейчас РПГ гранатометчиков не увидим. А то что-то ваншотаться не очень охота. Это не весело. А вот вас я сейчас стрельну. Где вас побольше? Ладно. Вот как раз. Очень что-то громко было. Я чуть не оглох. Прыгайте, прыгайте. Все, не осталось никого. Красиво, красиво. Так, ты у нас. Ничего интересного нет. Ты тоже ничего интересного нет. Так, ты у нас с калашником, а ты вот у нас с натовским. Значит, ты нам и нужен. Так, ну чё, вперед на выжигатель мозгов. Отрубать его. Вон шум появляется, вижу в глазах. Значит, мы на правильном направлении. Там типа излучения самые такие адовые. Так, трое. Трое где у нас? Вот. Ты вот по-любому чёрт. А, нет, ты со снайперкой. Так, вот. Так,
вас не видно здесь ни хрена. Так, вот одного вижу. Засады любите устраивать, я уже понял. Даже если, блядь, это засада в 5 метрах. Все, так, еще двое. Черт, живучий, сколько у них, блядь, хелфпоинтов. Очень много, блядь, что-то мне не очень это нравится. Так, пушки покруче пошли. Окей, ладно, не страшно. Мы тоже не самый хуёвый идем сюда. Нет, снайперка нам это не нужна. Мы без нее как-нибудь справимся. Вон стреляет, чертила. Да ща иду, ща подойду я к тебе, не ссы. Сейчас мы с тобой разберемся. Удобно сделаешь, да? Только для себя удобно, блядь, сделаю. Что, блядь, прикрытие для меня это, блядь, супер радиационная точка. Да ты там что подпёртываешь? Все, давай, ты теперь сюда. Поподтвердыш вонючий. Вот и все, и минус вся ваша братва. Ну а к вам я потом еще вернусь. Патроны, конечно, улетают с ужасной скоростью. Но надеюсь, потом это окупится. Или оружие сменю. Хотя толку от этого смена оружия, если у меня патронов все равно нет. Ну чё, блядь, пойду на них, блядь, с ебучим ножом. Всех, блядь, зарежу. Неудобно, бегать нельзя. Так, здесь аккуратно. Нужно быть крайне аккуратным. Хуяк. Нашел где спрятаться. Так, все, я уже башкой еду, да? У меня уже мерещится начинает. Или пока нет? Да сам ты труп. И все. То я труп, не труп, сам труп. Ну, давай, делись, блядь, своими патронами вонючими. Мне сейчас еще скоро от глюнов нужно будет отстреливаться. Вот, пошли. Супер, правда, у них ловушки, прям супер. Чё-то на уровне Dark Souls, может даже выше. Сам сволочь. Чё сразу оскорбляешь, блядь? Так, тише, тише, тише. Я здесь, куда ты стреляешь? Ебать. Так, понятно, он не из умных. Он живучий, но не из умных. Так, где еще следующий? Ага. Нет, нет, уходите, уходите. Галюны, уходи.
Так, тебя там нету. Ты, наверное, сюда упал, да, случайно? Вы же, блядь, монолитовцы. Немножко альтернативно одаренные. Я же угадал. Вот сидит, ждет, не знаю, чего он ждет. Ну вот, хотя бы хоть додумался, ладно. Знаете, вам мне и так дохуище. Так, кто орёт? Ага, орёшь. Ты орёшь. Сколько вас тут? Так, вот здесь вас двое. Еще один. Так, все вижу. Вот хоть его прикройте. Блять, он же просил тебя прикрыть, а? Ну чё вы как крысы? Так, ты давай меня тут не напрягай. Ты давай прикрывай. Блять, вас что, здесь все больше и больше становится. Так, срочно мне нужно в дом какой-нибудь. Так, вас двое. Окей. А тут ничего интересного. Так, тише ты меня, не убей. Так, сохранимся. Так, а здесь что у нас? Херня. Так, все, пошло, поехал. А это что значит? Это значит, пора уже. Пора. Идти. Здесь мы особо не сможем. Мы здесь не сможем постреляться. Так, вы тут засадники, блядь. Еще тут один где-то должен быть, нет? Окей, ладно. Встреча. Ага, да. Я думал, нет. Оказалось, да. Так, ну и вот. К выжигателю мозгов мы приплыли. Так, тут, скорее всего, одни монстры будут. Так что берем-ка мы дробовик. Ибо это самое лучшее против монстров. Ну и конечно же. А еще самое лучшее против монстров — это кнопочка F5. Так, я правда пиздец не помню, что мне тут ожидать. Но наверное что-нибудь такое страшненькое. Или нет. Короче, не знаю. Не знаю, короче, кого здесь ожидать. Туда я не хочу прыгать, как и сюда равнозначно. Ну шо, где, где? Где монстры, где враги? Неужто пустой будет? Так, вот. Ладно, понял. Я слышу и вижу. Слышу, точнее. Так, пока не могу определить, кто это. А, ну снорки чай. Да-да-да, снорки.
Нет, не угадал. Почти. Сначала мы тебя гранатой. Умный, да? Кровососина. Вот и все, нахуй. Щупальца тебе не дашь? Ну не дашь, как хочешь. Не сильно ты и хотелось. Ладно, а мы продолжаем между тем. Так, куда мне, налево или направо? Так, явно сюда. Не надо. Так, чисто так, за припасами. А дальше пойдем мы сюда. Так, нет, она еще заперта. И ждем всяких кровососов. Потому что неспроста же они там. Так, по-любому здесь что-то есть полезного. Не зряж. Нет, ничего здесь полезного нет. Не то, что полезного, ничего абсолютно нет. Так, ну ладно, мы еще сюда заглянем. Напрасно. Очень напрасно. Мародеры все уже давно залутали без меня. Мародеры или эти, блядь, монолитовцы ебучие. Так, а здесь парочку артефактов, да? Так, и смотрим, какие у нас. Огненный шар на минус радиацию 20. Да, вот его и въебем. У меня сейчас проблем-то нету с выносливостью. Давай, вот так, на разрыв. Так, не понял, раз здесь закрыто, то куда мы не тогда сейчас? Так, не в ту сторону. Окей. А я-то думал. А там разве можно пройти как-нибудь? Или здесь что-то активируется? Нет? Компьютер не активирует? Жаль, жаль. Опа, а вот и проблема. Я вас понял. Так, значит, мне куда сюда? А как я туда попаду? Никто не объясняет, никто не говорит. Хм. Ладно, вы меня убедили, что у меня проблемы с выносливостью. Так, получается. А, вот сюда, или отсюда пришел. Так, нет, стоять, я отсюда пришел. Куда мне тогда идти? Там тупик, здесь тупик. Непонятно. Так, ладно. Давайте сосредоточимся и вспомним, куда же нам тогда идти. Если как не сюда. Вот на верхнюю, наверное. На верхний этаж. Так, почему тогда меня сюда ввели? Так, ну здесь, по-моему, больше и некуда идти. А, вот сюда вот идти. Но дверь заперта и кодовый замок. Никто не говорил. Ладно. Погнали. О, рыбка. Не знаю только для чего она, не помню. А, разрыв. Окей. Надо, значит, искать кодовый замок. Точнее, ключ от кодового замка. А где мы его найдем? Понятия не имею. Давай еще с самого начала тогда искать. Так, а может здесь? Нет, не здесь. Ну что ж, давайте тогда все
осматривать прям каждый миллиметр. Так, там уже осмотрели, нет ничего. Сюда не зайти, нет, не зайти. А значится, где-то там должен быть код. Так, а может у меня в КПК есть код? Так, защитный прототип у тебя есть. От выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно тебя защищать от излучения. Поэтому ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель. Все, что надо, это пробраться к антеннам и отключить их. Так. Понятно. Но все равно код ты мне не дал. А значит, надо будет искать его. Но я уже не знаю, что я мог пропустить там. Там я ничего не мог пропустить. Вроде все на месте. Может, по трубам как-то? Нет, нет здесь больше нигде выхода. Это вот единственный выход. Даже здесь хуй пройдешь. Ладно, глянем. Еще повнимательней. Тут ничего нету. 4 на 4 коробка. Окей. Без всяких, даже без намеков. Ну вот еще закрытая дверь. Но я не знаю, от чего она эту дверь открывает. Эти двери тоже никуда не ведут. Так, а это куда ведет? А, вот же она. Надо просто получше было осматриваться. Ну ладно. Невнимательность не порок. И вот еще двери тоже куда они ведут. А там что-то есть. Ну-ка убери. Патроны, аптечка. Код тоже неизвестно какой. Ну ладно. Если что, мы кого-нибудь увидим, обязательно возьмем. Ты зараза. Кидайте гранат. Ненавижу вас. Надеюсь, ты умер. Нет, даже и не пытался. Все отлично. Разъебали лоха. Так, погнали дальше. Что нас там ждет? Так, еще нас ждет. Индивидуум. Окей, с ним тоже разобрались. А, ну вот, я ж сюда мог как раз пойти. Вроде мне там не казалось это. Ну ладно, не страшно. Все равно, как минимум, здоровье бы много потратил. Так. Теперь нам еще туда дальше, да? Поверх я смогу пройти? Да, смогу. А, нет, не сюда. Или сюда. Нет, странный. Нет, нет. Ко мне как конкретно не туда. Там через соседнее, короче, помещение. Да, вот здесь-то. Все, почти пришел. Наконец-то это выжигатель мозгов.
вырубится. Но это не выглядит как какой-то выжигатель мозгов. Это как будто, я не знаю, очистное сооружение. Так, ну давай, по традиции, теряй сознание. И потом огребай от всех сталкеров, которые здесь будут. Ну, а сейчас и флешбэк еще посмотрим. Не нужен тебе этот кристалл, угомонись. В прошлый раз из-за этого кристалла ты стал дурачком. Не знаю, что ты там пожелал первый раз, но дурачком ты стал. Ну понятно, там нам дали этим роликом понять, что кристалл этот ничего хорошего не даст. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Вот он начинает соблазнять, блядь, его. А мы-то знаем, блядь, что хуй-то там. Не надо нам туда идти. Ля, 14 лохов. 19 лохов. Внимание, давай сохранимся и пойдем. Аккуратненько так пойдем. Это не очень хорошо, что сейчас было. Так, ну ладно. Аккуратненько так пойдем. Так, только что было 18-19. Куда все делись? Ну что, отстреливаться сейчас будем? Куда вы попрятались? А вот у вас и 11. Ну давайте. Ты труп, сам труп. Ты очень сильно обманул своих, свой сквад. Я нос высунул, еще и убил тебя. Так, ну где ты, где ты? Окей. Откуда ты стреляешь сейчас меня? Нет же здесь никого. А патроны между тем все кончаются и кончаются. И причем очень быстро это делают. Это не очень хорошо. Когда патроны на убыль идут. Может, мне пушку еще какую-нибудь подгоните нормальную? Не, не подгоните. Ух. Так, ладно. Походу придется еще лишние манипуляции вот такие вот делать. Так, пушка у тебя как у меня. Может, она и покруче будет? О, все. Почти сломался. А ты давай. Угу. Значит, я убил тебя, у тебя был пустой патронник, да? Чё за пиздёж? Ты даже новее. И у тебя пустой пулеприемник, да? Конечно. Балаболы. Блять, вы что, через стену что ли не стреляете?
тише вы. Внимание, чужой. Хуйней. Изи. Изи. Пусто, хорошо. Ну там кто-то орёт. Блять, 12 опять. Во сколько? Серьезно? Это уже не смешно. Это уже очень не смешно. Я сколько переубивал, еще сколько придется убивать. Так, это еще закрыто, да? Я бы взял бы вас. Аптечка гранат мне не помешает. Ну и давай по классике на последнем пролете. Отлично. Вы такие непредсказуемые, ребят. Так, кто еще там стреляет? Где? На, получай! Куда вы стреляете? Вот серьезно, куда вы, блядь, стреляете? Так, смотрим состояние. Состояние херня. Моя лучше. Опа. Так, ну мне в любом случае сейчас обходить придется, да? Ну да, собственно. Там же закрыто, и она не открылась. Вы заебались, серьезно. Вы заебали меня пугать. Так, так, да, пришел отсюда. Ну еще 7 человек осталось. Геноцид почти произведен в полной мере. Не прячься здесь. А то я знаю, люблю вы, любите вы прятаться. Так, окей, пока все нормально. Пока все идет хорошо. За исключением того, что у меня патроны тратятся как... Как из автомата, короче. Как будто с автоматами я хожу. У, сука. Так, четверо. Но четверо это, блядь, не 20 четверо. Внимание! Вот зря ты, блядь, зря вы так пиздите. Тихо, 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 тихо. Ясно. Ну я примерно на этом же самом месте и появился. Так что нормально.
Как скажешь, бро, как скажешь. Тебе-то виднее. Так, сколько? Последний остался. Красава. Так. Так, где ты? Прямо с самого выхода, небось, да? Нет, вас там двое. Но все равно расслабляться не стоит. Ой, как не стоит. А, уже один. Ну все, короче. Где ты тут сидишь? Черт. Сука, как черт, блядь, сидит. Ну тебя я убил, да, как черта. Ну и все, излучения нету. Все, всем хорошо. Ага, это эти, да, военные. Ну, сейчас военных придется еще ложить. Ну где вы там? Ну вы бейтесь, у меня, короче, не очень так уж и много патронов, чтобы вас каждого убивать. Просто пойду и все. У меня патроны еще пригодятся. А здесь особо бегать мне, короче, не вижу смысла. Просто пойду. Ну вот я вояк тут уже слышу. Сопротивление минимальное, да, говорите? Ну вам-то, наверное, ну вам-то виднее. Меченый, живой. Меченый, да, живой. Ты все-таки смог отыщить. Это кто, Сидорич? Да, Сидорич. Когда узнали, все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны. Одиночки, свобода, долг. Ну пробивайтесь. Кто первый добился? Я вас тут встречу. Да какой нахуй исполнитель желаний? Не угомонитесь со своим исполнительным желанием. Если в саркофаге действительно исполнитель желаний, то тот, кто первый доберется, его желание и исполнится. Сейчас как раз перед Припятью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Ну поспешу, да. Куда мне деваться? Вы там пока разбираетесь в вояке с этим. Вояки же, да? Это кто у нас? Ну покажись. Одиночка. Бобер. Давай, бобер, я болею за тебя. Но у меня своя дорога. Так, сейчас мне долг, скорее всего, будет врагом, да? Я же их там все на хуторе попереубивал всех. Ну ничего страшного, я. Мало чего потеряю. Ну, может быть, пару десятков патронов. Убивая их. Ненавижу долг. Так, мне уже скучно идти. Где же вы сейчас все? Давайте, показывайтесь. Свободы, прием. Это командир спецотряда «Долга». Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Ну давайте, идите сюда. Нифига себе. Ты че вообще тут раскомандовался? Ща мы вас шары вам набьем, блять. Ребята, намылим задницы. Намылим. Я сейчас иду помогать. Ибо нехуя. Кто где? Это кто у нас? Это долг? А почему вы мне не враги?
сейчас будете. Че, все? Долг кончился. Ща мы вас, арабы недоделанные. Все, угомонитесь. Ясно, здесь ничего пока интересного нету. Так, ты аптечку держи. Это забирай. Пошли воевать. Так, так, ясно, моя свежие. Так, это свои? Свои. Нашего убили. А, это долго ведь. Хорошо. Не, отсюда что-то не очень тут стреляться. Все, убивайся. Ага, ну давай, ну иди сюда. Ну иди сюда. Ну иди сюда. Так, ты один тут остался. Все, давай, парень. Дальше это моя территория. А, спасибо, братишка. Поспать, сохраниться и все. Ну, а мы тем временем здесь заканчиваем и встретимся уже в следующей серии на Припяти. Всем пока!